Продолжается сбор помощи участникам спецоперации. Одним из пунктов сбора стал штаб местного отделения партии «Единая Россия». Уже во второй раз машины с адресной помощью отправятся на Донбасс. Получателями станут военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии. У нас собрано более 5 тонн вот за 2 недели силами жителей нашего городского округа, неравнодушными гражданами. Мы собрали все самое необходимое. Сезонная одежда, обмундирование, берцы, нательное белье. Средства личной гигиены, конечно же, продукты питания. В сборе помощи участвовали сотрудники предприятий муниципалитета, общественники, а также неравнодушные жители. Мы знаем не понаслышке, что люди координировались в целые подъезды, подъезды в дома и дома в жилые комплексы. То есть люди приносили помощь от жилых комплексов. Ежедневно в штаб партии обращаются более 20 человек. Одни уточняют, чем можно помочь и что необходимо купить. Другие уже привозят готовые к отгрузке коробки.